В Суворовском районном суде города избирали меру пресечения для общественника Андрея Сидоренко, однако так и не избрали. Дважды судья уходил в совещательную комнату для рассмотрения ходатайств по отводу адвоката подсудимого. Со второй попытки защитника Сидоренко таки заменили, однако новый адвокат, прибывший в суд, не имеет права участвовать в судебном процессе, так как ранее уже защищал интересы другого обвиняемого по этому делу. Судья решает, как выходить из правовой коллизии. По закону меру пресечения обвиняемому должны избрать до 12 часов завтрашнего дня. Общественнику инкриминируют разбой, мошенничество и угон автомобиля в составе преступной группы. Сам Сидоренко утверждает, что его преследуют за общественно-политическую деятельность, а не за криминал.